Всем привет! Сегодня я расскажу вам про новые бесплатные вещи в Roblox. Ну и давайте начнем. И прямо сейчас, ребята, в игре UGC Match Race вы можете получить две новые бесплатные лимитки. Здесь добавили волосы. Черные волосы с фиолетовыми кончиками. Тираж этой лимитки 1000 копий. Чтобы ее получить, у вас должно быть 55 побед и 115 тысяч поинтов. Также добавили черные волосы с голубыми кончиками. Тираж этой лимитки 750 копий. Стоит она также 55 побед и 115 тысяч поинтов. Долгожданные лимитки скоро выйдут в игре Walmart Discovered. Здесь появятся две лимитки. Вот такие зеленые волосы с клевером на удачу. Тираж этой лимитки 23 тысячи копий. Эти волосы будут добавлены в игру 9 марта. Тогда же мы и узнаем задание для получения этой лимитки. А 16 марта в этой игре появится лимитка «Голубой рюкзачок с клевером на удачу». Тираж этой лимитки 15 тысяч копий. Какие задания нам нужно будет выполнить для получения этого рюкзака, пока неизвестно. Всю дополнительную информацию я выложу у себя в сообществе на YouTube, а также у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь! Также прямо сейчас в игре Kung Fu Panda 4 Obby вы можете получить лимитку питомец мастера Шифу Kung Fu Panda 4 на плечо. Чтобы ее получить, вы должны заработать 145 тысяч игровых очков, и прямо здесь вы сможете забрать эту лимиточку себе в инвентарь. И также через несколько часов в этом плейсе выйдет еще одна бесплатная лимиточка. Поэтому прямо сейчас набирайте необходимое количество очков, чтобы потом забрать себе эту лимитку в инвентарь. И это те лимитки, про которые я хотела рассказать сегодня. Если вы хотите, чтобы на моем канале чаще выходили видео про бесплатные лимитки в Roblox, обязательно ставьте лайк под видео. Ну а также не забудьте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем удачи в получении лимиток. Пока-пока.